Вот, теперь мы, соответственно, ну, уже не будем Анну поднимать, сделаем симметрично с двух сторон нижнюю губу, а на уголочке, естественно, мы ее поднимем. Потому что для первого раза, хоть у нас ушло и всего 0,2 мл, но я считаю, что на верхнюю губу для первого раза достаточно. Как вам оттуда? Видно? Да. Хорошо. Вот, больше это просто уже действительно будет вареник такой вывернутый. Вот, не улыбаемся. Внизу вы тоже можете так же делать, но смысл. Так, ну что, давайте посадим. Самовнушение, все отлично. Прикроем. Еще чуть-чуть.